Как говорят многие мужчины, одним бананом сыт не будешь. Нужен нормальный кусок мяса. Причем вот кусок мяса не какой-то мраморный, не какой-то супер гламурный, не какой-то там с подвыпердом. Это просто кусок мяса из обычного магазина. Иногда у нас нет возможности что-либо такое супер гламурное получить, поэтому это край. Ну то есть по-нашему это рибай на кости, кость отрубают, делают вот это спина. Там около позвоночника вот такая вот, ну грубо говоря, вот ребро, да? Вот здесь вот позвоночник, позвоночный столб идет. А это вот бочина, тут ребро дальше идет. Соответственно, вот это вот самое, что ни на есть спина, вот только ребро еще вот такое. Поэтому сразу же отправляем его жариться. Сковородка у меня тут разогревалась. Во. Значит, пока поставил сразу на жир, со стороны жира в смысле, пусть он вытапливается. Нам нужна панировка. Панировка – это самое главное в мужской еде. Есть кусок мяса, нужно запанировать. Заморачиваться со специями неохота. Какую смесь специй подобрать? Они все приторные, противные. Самому думать, составлять, искать тяжело. Значит, берем очень просто. Значит, красный. Ну, у меня вот черный обычный, да? И розовый обычный. У меня вот еще пакеты не закончились. Это мне прислал подписчик с Мадагаскара. Всегда запомните, 3 или 4 вида перца, в зависимости от того, что у вас есть. Ступка. Это у меня красный перец, ну, который не до черный еще, да? Я его сыплю в равных долях со всеми остальными. Столовая ложка этого, столовая ложка розового, столовая ложка черного. Ну, так, на глазок, скажем, примерно. И можно белого еще добавить. Все эти виды перца создают простую мужскую стейковую вкусовую гамму. Не надо ничего там придумывать. Упростите себе жизнь. Не забудьте, что на гарнир к куску мяса нужно минимум. Минимум, поймите, по одну простую вещь. Чем больше кусок мяса, тем меньше гарнира в вас влезет. Значит, и черный перчик. О, черного можно даже чуть больше. У меня свежачок, перчик. Эх, свежего урожая. ПЧГ. Перец черный горошком. Видите, сокращенно. ПЧГ. Так, что у нас? Жирок тут подтопился, да? На этот жирок кладем одной стороной. Солим. Прям не стесняйтесь, солите. Все, пусть жарится. Теперь это все нужно пестиком размять. Нам не нужна однородная вот эта вот жж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 
иногда еще встречаете, да, надписи такие. Дробленый перец. Не молотый, а дробленый. Крупными кусками. Вот здесь то же самое. Нам нужен дробленый перец. Духовка должна быть включена. Температуру сильно большую не надо делать. Пахнет вкусно. Как будто это настоящий американский стейк. Протвишок. Значит, перец дробим. Следим, чтобы у нас цельных кусочков не попадалось. Кругляшочков, в смысле. А то где-нибудь... Нет-нет, да и надавите на зуб, а это чревато болевыми ощущениями. Да, важная вещь, я говорил об этом не раз. Кусок мяса, который я купил, он у меня пролежал час при комнатной температуре. Нагрелся, поэтому, в принципе, видите, я его нещадно жарю. Он внутри не холодный. Я сегодня не буду пользоваться термометром, потому что я так понимаю, что я вам каждый раз пытаюсь облегчить жизнь и сказать, что, купив термометр, вы избегаете... Но, вернее, вы лишаетесь вопросов, сколько времени при какой температуре. Все упрощается. Доводите до внутренней температуры и все. Давайте сегодня по-босяцки приготовим просто так. Вот, например, у вас нет термометра, мне его лень доставать. Значит, помолол. Так, показываю. Вот такая вот грубого помола смесь перцев. Попадаются иногда шарики, но ничего страшного. Справимся. Вот так, на всякий случай. Главная часть марлезонского балета. Ну-ка, глядим. О, со всех сторон у нас кусок мяса прожарился, вернее, обжарился, не буду обманывать. Он еще и далеко не прожарился, теперь его аккуратно, тяжеленный какой, я не знаю, там, наверное, килограмм, что ли. Значит, духовка готова, теперь важная часть, делаем вот что. Нам нужна вилка, лопатка, там, что угодно, и горчица. Вы думаете, смесь перцев будет держаться вот так вот просто на мясе? Фиг вам, такого не происходит. Поэтому мы берем горчицу,
и намазываем стейк. Просто обычная горчица, вообще самая обычная приобычная. Это не дижонская никакая, наша русская какая-то была в банке, она уже там выдохлась, это вот самое подходящее. Если она не выдохлась, тоже подходящее. Ничего там не произойдет, пары все равно, и горчицы при теплообработке все уйдут. Не переживайте, главное, помощнее обмазывайте стейк горчицей. Это не повредит стейку, это наоборот сделает его вкуснее. Это вообще-то палетка или у кондитеров тоже такие длинные шпатели, они больше, чем этот. Я сейчас пирог делаю, по сути. Вот крем нужно аккуратно, крем, как он называется, фундучное пралине нужно аккуратно намазать. Вот так вот на корж из шоколадного песочного теста. Что-то стечет, что-то там, знаете, отвалится. Но сейчас мы делаем вот так. Обильно делаем перечный стейк. Если бы мы это сделали перед жаркой, вы знаете, да? Сгорело бы все нафиг. Все, упаковали. Вот так вот придавили. Бумажку снизу там прилипло. Все пряно, ароматно. Значит, отправляем в духовку. градусов 30 минут. Этого будет достаточно. Хорошенько прожарится, будет прожарка такая ближе к well done, но я вообще-то вытащу раньше, потому что я well done не ем, я вытащу раньше. Так, пока у нас стейк стоит и успешно набирает температуру и влагу, ой, в смысле влагу чуть-чуть отдает, температуру набирает, мы же хлеб без стейка не можем есть, вернее стейк без хлеба, хлеб без стейка. Значит, смотрите, у нас в сковороде остался вот этот говяжий жир, плюс соль, плюс кусочки тут говядины. Стейк жарился? Жарился. Выкидывать это надо? Нельзя это выкидывать. Нельзя. Берем кусок хлеба, типа того. Два куска хлеба. Делим их еще на два. Выравниваем тут, чтобы красиво все было. Вот такие вот куски хлеба у нас. Это тоже у нас на две части рвем. Мужской же обед. Поэтому по-мужски и надо поступать. Так, с этими двумя штучками, не знаю. Из этих, значит, слепите чернильницу, как Владимир Ильич Ленин. А эти, нагревается у нас сковорода, и мы мякишем берем и начинаем вот этот жир вымакивать, что ли, как бы это правильно сказать. Вот так вот, вытирать, чтобы вкусно было. Вот как я хотел сказать. Вот смотрите, видите, вот этими кусками нужно вытереть жир, и все, и теперь пусть у нас лежит хлеб и жарится только стороной вот этого жира, только этой стороной. С этой стороны не надо жарить. Дайте полную мощность газу. Это я чернильницу потом слеплю. Однако. Сколько аромата, вкуса и запаха в одном флаконе. Главное, чтобы стол мне не сгорел. Чего мучить? Стейк и стол. Берем кусок мяса. Цепляем. Переносим. И вот мясо готово, да? Лежит уже, просится. А есть нельзя. Надо дать отдохнуть ему, чтобы соки там все... Во-первых, чтобы оно немножко остыло. Во-вторых, чтобы соки внутри все остались. Так требует того гастрономическая культура. Все это на всякий случай оставлю. Перелью в пиалочку. Потом вдруг там хлебушком макнуть. Хлебушек тут ждет уже. Настоящий охотничий нож. Хорошо, начнем от косточки. Вот она. Все равно горячая. У самой косточки все хорошо. Теперь вот так перевернем. Косточку уберем. Мясо, конечно, medium well. Не well done еще, но близко к этому. Ну, не знаю как. Мясо, на удивление, мягкое. Попался такой, видимо, кабанчик. Ну, в смысле, не кабанчик, а бычанчик. Видите, горячий, горячий еще, вода из него льется. Мало дал отдохнуть. Ну, жажда же мяса-то сильнее, чем...
прожарка, потому что. Видите, будет коричневая. Такая well done. Вот такого цвета. Наша не мраморная говядина будет просто жесть. Поэтому чуть-чуть оставляйте. Вот так вот. Хлеб жареный, конечно. Хрустящий, настоящий. Да, я не пропагандирую никакой алкоголь, но помню свои времена, когда я еще выпивал, я бы, конечно, под эту штуку кружечку пива намахнул, но алкоголь вредит вашему здоровью. Спасибо, дорогие друзья. Мужчины, вы знаете теперь секреты мастерства простого. А вы, женщины, мало того, что всегда знаете, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, у вас теперь еще один вариант, так сказать, добраться к сердцу. Порадуйте своих мужчин. Пока. Вкусно.